Арбитражный суд о передаче квартир в собственность дольщикам Демидов-парка сегодня ничем не закончился. Заседание состоялось, но, как сообщили нашему каналу присутствовавшие дольщики, решение суда отложили почти на месяц. Перенесли решение на 26-е, и что я конкретно спросила по арбитражному управляющему, когда будет сдача дома. Она так виляла, ничего не ответила. Сказала 6-ю, 7-ю секцию, еще подъезды там, 6-ю, 7-ю секцию доделывают. Должно быть решение суда, чтобы дом сдать уже в эксплуатацию государственной инспекции. Его не сдали, перенесли в суд. А по вашим ощущениям, это окончательный срок или там, может быть, еще перенесут? Нет, я думаю, что это вообще там на сентябрь, на декабрь будет сдача. Добавим, что только после решения суда покупатели квартир смогут официально оформить право собственности на жилплощадь. На данный момент большинство из них состоят в реестре обманутых дольщиков. Сейчас будущие жильцы осматривают свои квартиры и подписывают акты приемки.